Наверху. Где? Вижу. Могу работать. Где? Убил. Закладываю. Батываю. Бегу обратно. Всегда? Да-да-да, я бы мэрки не продавал свои. Стрёмное местечко. Право. Уходи туда вправо, в лес, короче, к мечнике. Вправо, да? Да. Да-да-да. Да, наверное. А, вон. Чё правее, я тут. Я уже к нему подхожу. Ну, я сейчас тоже к нему подойду. Они тут прям, они чуть правее даже сместились, туда к Volkswagen, по-моему. Так, аккуратно. Так, слева, да, будет? Да, слева. Где, так, на водительском? Подожди. Движение у меня какое-то было на той стороне. Блин, где искать? Зайди обратно, покажи. Где пикап, там в нем, короче, грута в кузове, блин. Так, вот теперь. А здесь просто кейс только. Там получается будет такой черный маленький квадратный ящик. В нем внутри там запрыгнуть туда. Вот так, вот сюда, внутрь. Вот сюда, вот, вот, теолог. Вот здесь. Прям в этом. Как я говорил, это открытый. Давай обратно. Как все, я тут. На тот край. Надо как-то будет найти позицию. Сначала теолог сбегает, потом я. Чип уже валял, наверное. Где это? Нас. Да, сзади. Сзади? Да. Да, на верхнюю стеку. Коляр пострелял. Ну там где-то там они достреляют. Работал. Я позади вас. Так это не всякие, это дом этот, диких. Ну стреляли там эти визики. Висики я знаю. Наверху. Где? Вижу. Могу работать. Это челобот или бот? Наверху. Так. Это они, по-моему, те. Где? Убил. Не знаю, где. На горе, на горе, на горе, на горе. Правая, левая. Да, блядь, на которой мы и обходили их, с которой. Только там он кого-то выцеливал. Аккуратней. Мёртвый, стой. Ну чё, то, короче, он, походу, в сэмпе, я потом его уже забрал. Mm-hmm. Он, походу, бота подстреливал. Каски вот синий. О, носки. Я так и не пусты. Это бот. Убирай его, Коша. Ушел бот. Ты думаешь, он бота выцеливал, да, сидел? Возможно. Блин, еще кто-то слышал, стреляет там? Да. Это уже на лесопилке. А, ты за мной, да? Да-да-да. Я за вами не бежал. Ну нет, в том плане, что ты правее сместился. Блин, если мне смотреть его, то надо сейчас смотреть, потом времени не будет. Да он на горе, вон на той. Кош, ты ходишь, да, рядом? Да, я вижу. Так, стоп, я видел движение, движение. А, это где? Идёшь, вот сел я. Тёлок, ты там уже? Да, да, да. 38 уровень. Давай, с эмкой? Да, с эмочкой.
Я сказал, сейчас по боту буду стрелять. Давай. Он где-то еще у меня бот. А каска синяя дорогая вообще, нет? Не знаю. Фигня стоит. Юнта. А, вот где? Где он? А слышишь? Да, да, да. Вон он. Я подбегаю. Давай, давай, давай. 9 на 190, блядь. Блин, стрёмная ямочка, конечно. Слишком топорно как-то сделано. Конечно, может быть сейчас переодеться в это всё. Здесь два бота. А броник и каска, а чё, с собой? А не у него, да, конечно. Но мы же по времени можем не успеть. Конечно, потом как-нибудь взяли. Так, я на той стороне пока никого не наблюдаю. Хорошая погода, видимость хорошая. Кто? Я, из кого-то могу стрелять. А чё, боты где-то есть? Не, я помню, я просто думал, что там на бочках или что-то такое. Да, вот, да, да, да. И здесь камера, ага. Вы, говорит, даже не знаете. Вот за меня. Где пойдет? А тебе не покажем. Пойдем на через этого егеря, бля. Я его дул воспалил, блядь. Как из задерживала, торчало, блядь. А где он? Сейчас, сейчас. Чуть дальше там. Погодись, там увидишь. Да, да, сейчас, сейчас, погоди. Держи. Так. Хотя нет, забирай, забирай все. У меня некуда вообще ложить все это. Все, я готов. А я. Давай, давай, он тут. Идите, а. Лево. Я знаю. Кто побежал? Я на камне. Охренеть, бог побежал, я думал, ты тёлок, блядь. Возле самолета, если что, меня подождите. А не, мы лучше пообойдём по поверху там, более по заборчику. Будем там тебя смотреть. Ну, пошли так. Смотрел, нет вообще. Коша, ты идешь? Погоди, докинусь, патроны. А ты где стоишь? Да вот он здесь рядом. А. Сейчас я прокину. Давай туда закидывай, потом я. На первом юнке ты будешь покинуть. Ну? Ну можно пошли. Заходить, я думаю. Пошли. Я не слышу, что тут дали. Да? О, канистра, канистра. Е-е-е. Мне даже в голову попали. А, нет. Сопутствует. Дела. О, ура, это чмо у меня 3-го уровня. Никуда не иди, вперед. Пока мы там немножко это...